Енот и зима. Корки, Корки, проснись! Корки, ну хватит бить баклуши. Ты должен себе построить домик для зимовки. Слишком жарко для работы. Все в поте лица готовятся к зимним морозам, а ты тут лежишь пузом кверху, ешь арбузы и спишь. Жабы говорят, зима будет ранней, длинной и суровой. Ну и что? Да, надо хотя бы за стены взяться. О, Корки, ты уже начал подготовку к зиме. Я слышал, она будет суровая. Знаю, но сейчас такая жара. Да, но работать-то надо. Я тут камни для постройки стен искал. Вот они, целая куча. Там и возьми. Не забудь, самые широкие клади вниз. Идея, стой, что? Слушай, сделай перерыв, отдохни в моей беседке. У меня тут прохладный арбуз есть. Слушай, наверное, никто лучше тебя с камнями не справится. Нужно быть таким сильным. Спасибо за комплимент. Видишь, а я не такой сильный, знаешь? У меня тут такое впечатление, ты меня арбузом угостил. Давай я тебе немного помогу. Замечательно. Эй, что? Иди сюда, у меня кое-что есть. Что у тебя там, корки, пушечные ядра? Возьмите арбузы, они так хорошо освежают. Спасибо, дорогой сосед. Их еще целая куча там. Я тебе и камней помогу, целую кучу наломаем. Спасибо. Ну вот, стены готовы. Теперь нужны доски для крыши. Придумал. Эй, Бадди, пойди-ка на минутку. Я тут твоего старшего брата искал. Не знаешь, где он? В роще. Заготавливает дрова на зиму. Да? Да. Это свежая дыня для тебя, Бадди. Спасибо, Корки. Идея. Привет, Орсон, как жизнь? Да нормально, у тебя как? Смотри, какую дыню мне Корки дал. Здорово. Вы тут все в работе, к зиме готовитесь, да? Да. Да, она, говорят, рано придет. А ты уже закончил? Да нет, нет еще, у меня тут проблемка возникла. Какая же, Корки? Расскажи, может, я смогу помочь. Ну, все есть, кроме крыши, и не знаю, где доски взять. Так, Корки, да я об этом позабочусь. У тебя все доски будут к концу осени, так что будь добр ко мне.
Спасибо большое. Ну, моя бабушка говорила, что на добро нужно отвечать добром. Так, ну где мне дом-то построить, а? Может, просто укрепить беседку? А может, и не стоит. Думаю, нужно найти место, где я буду защищен от всех напастей и непогоды. Да, там, на краю холм. Кажется, очень уютно. Хорошо, когда есть такие друзья, как Кабан и Орсон, такие добрые, щедрые, глупые. Когда они построят мне дом, я заполню кладовую арбузами. Хорошо устроюсь. Буду греться у огня, есть арбузы, так и перезимую. В общем, без проблем. Корки! Да? Ты что делаешь? Ты что, не знаешь, что зима будет очень холодная? К ней надо готовиться, а не лежать и мечтать целыми днями. Я уж закончил, дедушка, смотри. Куда смотреть? Ну, пейзаж, конечно, очень красивый, но я нигде не вижу зимнего дома. Опять мечтаешь? Просто мечты. Здесь будет мой дом, дедушка Ник. Что такое? Что же это? Листья желтеют, осыпаются, осень начинается. Эй, Бадди, а где твой брат? Что-то я его не видел. Ой, Орсон слег с лихорадкой, Корки. Что? Он болен. Да, он совсем плох, и, похоже, он не сможет доставить тебе доски. Досадно, правда? Извини, Корки. Черт. Ну, ладно, не обязательно доски. Я использую камни, которые для меня заготовил Кабан. Кабан, ты где? Тихо ты, его здесь нет. Как нет? Он исчез несколько дней назад и собирается построить дом из тех камней. Думаю, до весны не вернется. Я пропал. Пропал. И так это случилось из-за его лени. И потому что он предпочитал спать, а не готовить себе укрытие от суровой зимы. Корки слонялся так всю зиму.
Но его лишение и страдания помогли ему понять его ошибки. Он поклялся, что больше не будет таким беспечным и никогда не будет отлынивать от работы и построит дом своими руками, без чьей-либо помощи.